По поводу России, поскольку интересует Россия, она может быть втянута в войну или она все-таки избежит? На ваш взгляд, это как прогнозиста, аналитика, на ваш взгляд? Что касается России и Украины, да, я с вашего разрешения отвечу вот и по России, и по Украине, потому что их роль, она отличается кардинально. Втягивать в Россию войну не хочет никто, потому что результат будет абсолютно непрогнозируем. С русскими боятся воевать, это понятно. То есть их будут душить. Их будут душить санкциями, их будут душить различными законами, различными регламентами, то, что уже и сейчас делается с 2014 года, и это давление будет нарастать. Например, вот я приведу самый простой такой пример, который, я думаю, реализуется в ближайшее время. Цена на нефть упала, да, все мы это видим, кризис и перепроизводство нефти, все хранилища заполнены, Россия от этого страдает. Но от этого страдают и другие производители, поставщики нефти, в равной степени, грубо говоря. Но когда ситуация устаканится и все войдет в колею, мы знаем, что Соединенные Штаты активно противодействуют Северному потоку. Следующий их этап может быть такой, что они обложат Россию налогом, да, за каждый проданный баррель из России в Европу нужно будет платить условно $5. Куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на компенсацию для Украины, потому что, ну, Россия как бы агрессор, и вот мы хотим создать фонд, при котором, значит, Россия будет платить за свою агрессию, и введут такой вот налог. С каждого проданного российского барреля нефти, будьте добры, $5 уплатить в фонд какой-то международной помощи для Украины. А кто не хочет, на того будут санкции, тогда страны будут решать, покупать у России нефть и платить эти $5 или не покупать у России. То есть Россию на открытую войну втягивать никто не будет, этого бояться. Но, возвращаясь к Украине, там ситуация совершенно другая. Я считаю, вот вообще ситуация по Украине, она самая вопиющая. Потому что это страна, которая, выходя из Советского Союза, была самой мощной экономикой из 15 республик, она де-факто на душу населения была самая мощная экономика, фактически за последние 4-5 лет полностью уничтожена, и ей приготовили такую вот условно жертву, да, сакральную жертву, чтобы разделить самый главный ресурс Украины, это самый крупный земельный фонд, земельный банк, в Европе, который есть самый большой, самые плодородные земли Центральной Европы, можно сказать, находятся в Украине. И мы видим, что Зеленский, его соросята, как их там называют, они, несмотря ни на что, продвигают вот эту вот реформу земельную, чтобы иметь возможность продавать землю иностранным агрокорпорациям, иностранным инвесторам. Естественно, народ заплатит за это сумасшедшую цену, потому что они останутся и без денег, и без земли, и без средств каких-то к существованию, потому что в этой ситуации, когда и денег и так не хватает для своих, получить какие-то кредиты, инвестиции станет практически невозможным. Заработок украинцев, которые миллионы людей трудились в Евросоюзе и перечисляли деньги домой в Украину, сегодня это невозможно. Речь шла о потоках в миллиарды долларов ежегодно. Это было очень большое подспорье для экономического баланса экономики Украины, для торгового баланса. Сегодня этого напрочь нет, и поэтому Украине, к сожалению, уготован самый худший сценарий, пожалуй, из всех таких вот стран, которые входят в первые там 5 десятков. Она пострадает больше всех. И власть, которая находится сегодня в Украине, она, пожалуй, самая антинародная. Это люди, которые вообще, у них вот я иногда смотрю, я человек как посторонний, я просто вот смотрю извне за новостями в Украине, я иногда думаю, что ну какой-то вот даже не театр абсурда, это просто какой-то ну вот фарс, которым можно увидеть только в самом страшном таком блокбастере Голливуда. То, что они вытворяют, это, ну, такого в истории просто вот
на европейском континенте за последние 150 лет не было. Это можно сравнить с большевиками, которые вырезали народ и народы целые в самые страшные годы, с 18 по 24. Вот это то, что происходит сегодня на Украине. Абсолютная безответственность, абсолютный такой политический пофигизм к собственному народу и к собственной стране. Решения все, которые... Ну, все решения идут во вред. То есть там даже невозможно выловить хоть одно решение, которое принимает правительство и президент, которое хоть как-то чему-то должно, по идее, помочь. То есть одна демагогия и один сплошной вред. Безусловно, Украина за это заплатит, и она уже платит. Самую страшную цену мы видим здравоохранение Украины, в каком плачевном ситуации это все находится, его просто нет в Украине здравоохранения. Мы видим бизнес, и, который тоже практически закрылись все заводы и все предприятия. Украина в этом плане, это больно об этом говорить, потому что ну, из этой страны очень много у многих друзей, знакомых, но она сегодня находится вот в таком вот ужасном состоянии, которую довели вот эти вот псевдореформаторы, которые пришли чисто, чтобы украсть, разорвать, утащить, растащить. И если украинский народ сам не решит внутри, что ему так надоело жить, и он хочет реформ и ответственной власти, прежде всего ответственную власть, которая ну, каким-то образом ратует за народ, да, то есть человек, который там имеет какую-то коррупционную составляющую, но при этом он что-то делает, это одно. А при том, что он и коррупционер, и занимается исключительно вредительством, ну, это совершенно другой результат. Он, украинский народ, я думаю, они наблюдают это дело. Поэтому Запад попытается сделать все, чтобы Украину столкнуть с Россией, но не в военном открытом противостоянии, а вот эти вот постоянные суды, постоянные выяснения отношений, они происходили без конца, поддерживать это на медленном огне. И остановить эту тенденцию может только сам народ, что он носитель суверенитета собственного государства. В конечном итоге сам народ, он является сувереном. Если этого не произойдет, для Украины это будут самые печальные последствия, которые будут. По поводу архонтов. Украина имеет особую роль в международной игре архонтов. Почему Украина? И почему вот у нее такая особая роль в этой игре? Ну, я имею в виду, что, конечно, складываются обстоятельства, там правительство, но все-таки она ведь идет как жертвенная коза на алтарь. Почему она? Ну, у этого есть и духовная составляющая. То есть для того, чтобы вообще рассматривать процессы, как их видят условно архонты, во-первых, это перспектива видения. То есть это люди, которые не смотрят, что через полгода и через год. Они видят все на процессах более, гораздо более длительных, чем это видят да, условно обычные политики, уж тем более обычные люди. Это процессы на 10, 20, 50 лет вперед. Это первое. Второе, безусловно, у этого есть духовная составляющая, потому что люди, которые смотрят в историческую перспективу, как и назад, так и вперед, они все учитывают духовные законы. Я не буду углубляться сейчас в духовную составляющую или в эзотерическую составляющую, но Украина абсолютно для всех, это понятно, является самым ядром славянских народов. Она и географически, да, территориально, физически находится в центре славянского этноса всего. И по количеству, и по составу, и по духу населения. Да, украинцы, они всегда были немножко более свободные. Вот даже в Советском Союзе, при том, что система была очень жесткая и так далее, все-таки были республики, там, условно, Грузия, условно, Молдова, и вот Украина, где как-то было, ну, чуть больше свободы. Может быть, не в Киеве центральном, но вот в селах так точно. Особенно вот Молдавия, Грузия и Украина. В остальных республиках все было гораздо более зажато. И они это понимают. То есть пока они наложили ошейник, назовем это так, на Украину, возрождение славянского или там восточно-центрального союза европейского невозможно. И пока они будут удерживать вот это вот под контролем, они, безусловно, не дадут созданию новых экономических, торговых
и альтернативных каких-то региональных блоков в Европе. То есть в этом плане они держат самый ключевой составляющий центр славянского и восточноевропейского конгломерата. Это первое. Второе, опять-таки, ресурсы. Да, я все время возвращаюсь, что всегда есть вопрос ресурсов. Украина – это самый лакомый кусок для последующего налета, грабежа. Это земли Украины. Кстати, проблема плодородных почв, она сегодня тоже остро стоит, потому что мы теряем плодородные почвы, мы теряем и воду, и плодородные почвы. Украина из-за того, что экономика была слабая, и банк земель был достаточно большой, обладает этим свободным ресурсом. При этом у Украины довольно большое население, да, там около 40 миллионов людей. К сожалению, за последние годы оно сократилось довольно существенно, и поэтому они сделают все, чтобы продолжать держать страну в самых тяжелых экономических условиях, чтобы и дальше сокращать население, особенно маленьких городов, деревень, чтобы освободить эти территории от коренных жителей, потом прибрать эти земли с помощью корпораций. Сегодня технологии позволяют управлять сотнями тысяч гектаров земли, практически тоже дистанционно. Все комбайны современные, трактора, грузовики, они все подключены к GPS, и комбайн может и днем, и ночью ехать и обрабатывать гигантские площади земли, фактически с управлением извне. Ну, человек сидит до сих пор в комбайне, но все равно его производительность одного комбайна сегодня, она просто огромная. Поэтому для них нет никакого смысла в сохранении массового населения на этой территории, и Украина не может защитить себя, как это может Россия. То есть на Россию напасть бы они, может, и хотели сделать то же самое, но кто им даст? Там ядерная держава, сильная армия, да, вся эта контроль. Вот. А Украина, к сожалению, постоять за себя не может, и никто ее защищать не будет. И поэтому она вот такая вот, да, жертва. То, что переживет Украина в ближайшие 2-3 года, будет сопоставимо со страшными сценариями, которые переживали бывшие европейские колонии в Африке и в Латинской Америке. А что вы полагаете, что это может быть? Какие страшные сценарии? Ну, во-первых, это будет касаться, ну, прежде всего, экономики. То есть это огромная безработица, это нищенские все эти пенсии, пособия, то есть все вот эти вот действия, они позволяют уничтожать население довольно эффективно, сокращать население. Но один из вариантов, кстати, это тоже пройденный вариант, мы все помним Чернобыльскую катастрофу, я сам жил в Беларуси, я сам недалеко от Чернобыля, и мы помним, какие страшные последствия это имело, и при этом, при всем при том, что весь Советский Союз с его 300-миллионным населением, возможно, что в тот момент, вот вторичный первый взрыв на Чернобыльской АЭС, и то, какой ущерб он нанес и экономический, и социальный для людей. Сотни тысяч умерло от рака в течение лет, тысячи умерли непосредственно от этой катастрофы. Украина, к сожалению, находится в том состоянии, что у нее очень много атомных станций, 15-16 блоков, старых блоков, которым под 40 лет фактически, которые не проходили капитального ремонта. И то, что произошло в Фукусиме в Японии, показывает, что может произойти в Украине. Украина сегодня является крупным поставщиком зерновым на глобальном рынке. И чтобы выключить Украину из поставок зерна на экспорт, нужно сделать нетривиальный ход, потому что ты не можешь запретить фермерам не выращивать зерно. Ну, это никто не поймет, это люди против этого сразу выйдут, и будут бунты и так далее. С другой стороны, зерно – это востребованный продукт на мировом рынке. То есть его выгодно выращивать, поэтому сам никто от него тоже не откажется. И люди будут всеми способами, бизнесмены, стараться, значит, производить этот товар, чтобы продавать. Соответственно, есть только один способ, как остановить массовый экспорт зерна с Украины. Если произойдет катастрофа техногенная на любой из АЭС, это не принципиально даже на какой, то, соответственно, другие страны смогут ввести ограничения на импорт любой продовольственный сельхозтоваров с Украины,
апеллируя к тому, что есть радиация. И с Фукусимой японцы это скушали очень хорошо, на них это обкатали, когда они не могли там продавать ни морепродукты, ни даже автомобилестроение, которое там рядом находилось. Потому что радиация, это автоматически нет. Таким образом, можно заблокировать самый важный сектор экономики Украины, это сельское хозяйство и, в частности, торговля зерновыми, потому что это чуть ли не единственный товар, который приносит стабильную, высокую валютную выручку для страны. По всем показателям это будет самый сильный удар по экономике страны, если такое произойдет. Ну, а как известно, если есть ружье на стене, то, скорее всего, оно когда-нибудь выстрелит. И если есть 15 старых атомных реакторов, тем более Россия продает атомное топливо, ну, так, естественно, Россия продала брак, чтобы навредить Украине, и вот ответственной будет назначена 100% Россия. Если произойдет какая-то, не дай бог, катастрофа, то понятно сразу, кто будет и виноватым назначен в этой катастрофе. Поэтому для этих товарищей такой сценарий, он является наиболее оптимальным, и если, повторяю, если, не дай бог, он произойдет, то он нанесет по Украине, ну, смертельный удар, потому что Украина сама не сможет эффективно локализовать такую серьезную проблему. Ни Европа, ни Россия по своим причинам не будут спешить отправлять туда каких-то своих людей и специалистов, ну, потому что каждый сам за себя в капиталистическом мире. И этот сценарий, он является самым опасным всех, которые можно себе представить. Он, в некоторой степени он даже хуже войны, потому что война – это все-таки ограниченная во времени операция, которая влияет на конкретную территорию, даже с Донбассом. В Донбассе, к сожалению, было много погибших, тысячи, может быть, даже десятки тысяч, но, опять-таки, это ограниченная территория и ограниченное число пострадавших. В случае ядерной, атомной катастрофы, техногенного характера, пусть даже, эти цифры будут на порядке выше и по территории, то есть заблокируют, ведут карантин на всю страну, на ее жителей, они не смогут никуда выезжать, ни на работу, ни на туризм, никуда, и полный карантин на продажу сельхозтоваров из Украины, это будет, ну, первым же решением в случае такого сценария. По поводу радиации и взрыва на АЭС. А Европа ведь должна как-то этому противостоять. Это же ее ресурсы тоже пострадают. Ее люди, ее сельское хозяйство. То есть на Европу это тоже отразится? Ну, на Европе это тоже отразится относительно не сильно, поскольку все-таки есть расстояние, да, есть функция расстояния, радиация, она рассеивается в открытой атмосфере. Ну и в конце концов у Европы-то уж точно спрашивать никто не будет, и уж тем более у Восточной Европы, и даже если она будет против, это тоже мало кого интересует. Европа в этом плане может говорить все, что угодно, и сопротивляться как угодно, но не они решают. А те европейцы, которые состоят в этом деле, они такое решение поддержат в любом случае, опять-таки, группы банкиров и прочие товарищи, они смотрят на это очень хладнокровно и, в конце концов, они считают прибыль. Если Украину выключить из экспорта, из мирового рынка зерна, стоимость на пшеницу вырастет с нынешних $200 до $400. И это для них хорошо. Это миллиарды и сотни миллиардов долларов. Кстати, самым крупным экспортером пшеницы, других зерновых совокупно, да, там соя, пшеница, кукуруза, являются Соединенные Штаты Америки. Поэтому рост цен на любые зерновые товары, безусловно, для кого-то выгодно. И тут не надо уничтожать половину мира, тут достаточно вывести одного из пяти производителей. Вот Австралия пострадала из-за пожара. Какой-то экспорт там снизится. Да, да. Африка пострадала, внутреннее выращивание саранча съела, воды нету. Опять-таки спрос еще больше увеличится. Ну и вот Украину еще выключить, и вообще будет замечательно. То есть для этих людей расчеты, они чисто по цифрам, они не смотрят на другие психологические или, скажем так, то, что обычный человек, он принимает решение на основе каких-то чувств. Там нет чувств, там цифры решают все. Если предполагаемый мог быть сценарий война между Россией и Украиной, то есть здесь в таком случае Россия
является наиболее таким агрессивным элементом, от которого все-таки Европа может пострадать, поэтому война невыгодна. Я так понимаю, это правильно? Да, Россию боятся, потому что Россия четко заявила, что в случае войны, вот буквально на днях, они это повторяют постоянно. Да, уже. Да. То есть получается, один вариант остается, это выключить Украину через атомные электростанции, ну и через санкции. И я так полагаю, у них там действительно население очень убавилось намного. И если говорила Маргарет Тэтчер, она, по-моему, говорила, 15 миллионов должно быть в Украине, то я думаю, наверное, до 5 миллионов точно доведут. Вряд ли 15, это тоже много будет. Я имею в виду, если исходить из планов архонтов или банкиров. Я бы за какие-то конкретные цифры не стал говорить, потому что это не подконтрольно, это уж как ситуация разовьется. Но, в принципе, у Украины это еще и большая территория, поэтому как раз-таки цифру в 15 миллионов я считаю реальной. Но это все равно огромное сокращение. У тебя когда происходит сокращение населения даже на 15-20%, на самом деле это очень сильно влияет на демографию и на все социально-экономические процессы, даже на 15-20%. А если мы говорим с 40 миллионов до 15 миллионов, это просто катастрофа, да, это даже эти цифры, они страшные, это будет Украина просто неузнаваемая даже вот в этих пределах, поэтому еще раз говорю, сегодня защита и спасение украинцев в руках самих украинцев. Если они не осознают, в какой капкан их завели и не предпримут активных действий, чтобы вытащить самих себя из этого болота, то рассчитывать на вне им не приходится, им не будет помогать ни Европа, ни Соединенные Штаты, это мы уже видим, они далеко, в лучшем случае они дадут какую-то подачку несущественную, да, и уж тем более Россия будет делать все возможное, чтобы сохранить контроль над Восточной Украиной, и фактически отстранившись от всего остального, зачем ей брать на себя эту ответственность, зачем ей брать на себя эти расходы. Они тоже прагматики, там, к сожалению, либералы у власти. А что такое либералы, мы знаем. Это те же самые банкиры, или как их в Украине называют, соросята. Это люди, которые прошли специфическое обучение в финансовых школах Лондона, Швейцарии, Соединенных Штатов. И они имеют определенное мышление. И это очень красиво объясняет Хазин. Нет смысла повторять его слова. Кто хочет узнать, что такое либералы, все это прекрасно слышал у господина Хазина, он это очень ярко с примерами историческими объясняет один в один, что такое это, как, что из себя представляют эти люди. И как мы видим, они не отличаются ни в России, ни в Украине, ни в Лондоне, ни в Штатах. Они как под копирку, они одинаковые. Потому что человек, что отличает человека от человека? Только чувства. Потому что мышление, оно приблизительно одинаковое у всех, да, понимание, что хорошо, что плохо, базовые вещи, и как деньги заработать. Это одинаково понимают и китайцы, и арабы, и евреи, и европейцы. А вот что отличает действительно человека от человека и делает человека человеком, это чувства и моральные какие-то ценности. У либералов, у неолибералов, я бы даже так сказал, у них абсолютно нет никаких чувств к тем, кого они не соотносят к своему классу. И, естественно, 90% Украины никто не берет в расчет. Прежде всего, сама власть Украины. А если уже они не берут в расчет, то какое дело, извините, тем, кто сидят за тысячи и тысячи километров от Украины. На ваш взгляд, Украину растащат по кусочкам? Или... Да, это наиболее вероятный сценарий. По кусочкам не знаю, но кусочков скорее будет минимум 4. Да, вот Восточная Украина, как мы понимаем, которая тяготеет сама к России, поэтому, ну, естественный процесс это на восток, где будет проходить точно граница по Харькову, включая Харьков, включая Николаев, это я уже не знаю, но восточные части Луганска, Донецка, они однозначно видят себя в составе России, безусловно.
западная часть, она видит себя в составе, кто-то может быть Польши, кто-то как какая-то автономия, но они тоже тяготеют однозначно на Запад. Ну и есть там, допустим, Одесса, которая вольный город, которые вообще бы хотели быть сами по себе. Ну, у них порт есть, у них есть экономические, международные какие-то возможности, поэтому зачем Одессе кормить киевскую бюрократию, которая, в принципе, назад-то ничего и не дает, а только деньги высасывает из региона. То есть тут логически можно это рассуждать. Ну и центральная Украина, которая просто никому не нужна. Она не нужна ни Европе, ни России, в принципе, никому. Вот центральный кусок, идеальная ситуация, идеальный сценарий для архонтов, это пустые земли от людей, практически пустые, где ездят комбайны на автопилоте и пожинают вот эту пшеницу, и не надо ни людей, ни производства, ничего не надо. Комбайны на автопилоте, роботы, и все это могут делать и без людей. Пшеницу сажать, убирать практически можно делать, ну, на сотню тысяч гектаров надо там не больше 600 человек операторов. Вот и все. На территорию в сотни тысяч гектаров надо буквально пару сотен грамотных рабочих и технику. Больше-то ничего и не нужно. Хорошо. Спасибо. В принципе, вопросы понятные. Спасибо вам за уделенное время.